Помимо гитары, ты же еще играешь, и ты же мульти... Да, я играю на басу, на барабанах, на клавишных, на баяне, на балалайке, на домре. Вот с флейтой у меня не пошло. А до сих пор лежит, я до сих пор знаю, вот уже 4 года, я до сих пор знаю на ней только 3 ноты, и дальше как-то не двигаюсь. Здорово, конечно. Ну это вот как бы с детства, да, ты все вот выбрал свою профессию, это музыкант. Ну да, собственно, я всегда хотел этим заниматься. Я, в общем, больше ничего другого не умею, ну только мебель делать иногда, но это уже для себя. Ты еще забыл полы стелить, плитку класть? Ну, ремонт. Ну, мужчина сам должен строить свой дом. Это надо. Мы русские. Да, русские. Понятненько все. Ну, песню-ка? Ну, короче. Печальная песня. Как получилось, что ты ее написал? Ой, аккуратно чайку. Что-то я после дороги немножко
хрипнул. Да и песня написана тоже давно, еще в году 2004-м. Вышла еще в первом издании альбома «Во сне наяву». Еще на кассетах, помню. Как написал? Да не помню, сидел один, что-то скучал. Вот, и написал. Не, ну обычно, знаешь, такие песни, как-то вот «Разбитая любовь». Вот. Ну, «Разбитая любовь», как, ну, как у всех, собственно, тоже была. И было чего вспомнить, и истории были печальные. Сейчас, слава богу, все нормализовалось с этим. Mm-hmm.